Богоявленский монастырь – мужской монастырь Муромской епархии Русской Православной Церкви, расположенный в поселке городского типа Мстера. История. Первое упоминание о мужском монастыре в Слободе Мстера относится к 1628-1629 году. Монастырь располагался в отчине князей Рамадановских. Рядом с ним в XVII веке находился Ивановский женский монастырь с церковями Иоанна Милостивого и Филиппа Митрополита. В 1683 году монастырская деревянная Богоявленская церковь пришла в ветхости князья Федор Андрей и Михаил Рамадановский с разрешения Илариона, митрополита Суздальского, выстроили пятиглавый каменный храм Богоявления, который был освящен в 1687-1688 годах. Здесь же была устроена усыпальница князей Рамадановских. Другая церковь монастыря, Владимирская, впервые упомянута в 1734 году. Первое упоминание о колокольне – 1710 год, на ней было 5 колоколов и боевые часы. 7 июня 1869 года при Владимирской церкви заложен предел Александра Невского. В октябре 1873 года на колокольне ураганом повредило шпиль, что послужило началом капитального ремонта строения, оно было полностью перестроено. В начале 1930-х годов после закрытия монастыря здесь расположился музей живописи, церковной и фольклорной старины. 1953-1973 годах Богоявленский храм использовался как склад. 24 сентября 1999 года по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия Богоявленский мужской монастырь был возрожден. Сформировалась община из 4 человек. Настоятелем был назначен игумен Илья, потом его сменил иеромонах Сергий. В сентябре 2007 года вместо переведенного в Зосимовой пустынь иеромонаха Сергия настоятелем обители назначен иеромонах Авраамий, возведенный в 2008 году в сан игумена.